приветствую всех. В общем, сегодня решил сделать заключительный сплав, наверное, в этом сезоне, потому что у нас уже осень началась. Листва вся пожелтела, как видите. Сегодня у меня сплав не очень длинный. Вот, хочу доплыть до мест, где в детстве я рыбачил с отцом. Кто живет в городе Ухта, эти места в принципе знают. Сплавляюсь сегодня на Fish по крафте от компании Tamtrial. Я уже делал ролик небольшой, обзор на этот по крафт. Кому интересно, можете найти на канале моем. Очень комфортная лодка для сплавов. Прям и для рыбалки удобно, и для сплавов. Сижу как на диване. Кто-то там писал, что, блин, через несколько часов у тебя начнет жопа затекать, ноги затекать. Ничего не затекает. Уже я часа два сплавляюсь. И сплавляться еще гораздо дольше. Так что все нормально. Ну что, ребят, солнце уже село практически. Вот, мой путь сейчас завершается. Осталось тут буквально, может, километр где-то, не больше. Доплываю.
все складываю и иду на автобус, на остановку. Ладно, всем удачи, до новых встреч, пока. Thank you.